Пожар в промышленной зоне недалеко от деревни Наугольное произошел в минувшее воскресенье. Сигнал поступил в дежурную часть службы 112 в 4 часа 55 минут. В металлическом ангаре площадью 1000 квадратных метров горело производственное оборудование и магниевые сплавы. Со стороны дороги пожар хорошо было видно. Особенность в том, что для тушения горящих магниевых сплавов воду использовать нельзя. Может произойти взрыв. Пожарные вынуждены были ждать, пока все сгорит, и защищать территорию, чтобы огонь не распространился на другие строения. Пожар ликвидировали в 10 часов утра. Пострадавших нет. На момент прибытия и в последующее время мы и за темное время суток наблюдали яркое свечение практически белого цвета. Вот. Была высокая температура. Потом интенсивность падала, естественно, и освещенность уже уменьшалась. Прибывали на место химики наши ПСО-26, сделали замеры воздуха. Никаких превышений не зафиксировано.